Песня 4, глава 19. Царь Притху проводит 100 жертвоприношений коня. Текст 1. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Ведура, в том месте, где река Сарасвати поворачивает на восток, царь Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня. Местность эта, называемая Брахмавартой, находилась под властью Пхуваману. Песня 4, глава 19, текст 2. Когда необыкновенно могущественный царь небес Индра прослышал об этом, он решил, что царь Притху вознамерился превзойти его. Поэтому ему было невыносимо видеть, какие великие жертвоприношения совершал Махараджа Притху. Комментарий. Каждый, кто приходит в материальный мир, чтобы наслаждаться или господствовать над материальной природой, всегда завидует другим. Царь Небес Индра не является исключением. Писание свидетельствует о том, что зависть одолевала его не один раз. Особенно ревниво он относился к людям, которые устраивают великие жертвоприношения, и к йогам, которые добиваются успехов в своих занятиях то есть обретают ситхи. Не в силах примириться с чужими достижениями, Индра всегда старался помешать таким людям. Он опасался, что тот, кто совершает великие жертвоприношения или занимается мистической йогой, когда-нибудь займет его место. Поскольку никого из живущих в материальном мире не радуют чужие успехи, его обитатели называют «мацара», что значит «завистники». Поэтому в самом начале Шримад Бхагаватам говорится, что эта книга предназначена для тех, кто свободен от зависти – Нирмацар. Другими словами, пока человек не избавится от зависти, он не сможет прогрессировать в сознании Кришны. Среди людей, сознающих Кришну, однако, все обстоит по-другому. Когда один преданный в чем-то опережает другого, отставший только радуется за того, кто больше его преуспел в служении Господу. Полное отсутствие зависти – это характеристика вайкунхи. Если же человек завидует своему сопернику, это значит, что его сознание материально. По сути дела, даже полубоги, назначенные управлять материальной вселенной, не свободны от зависти. Песнь 4, глава 19, текст 3. Верховной личности Бога, Господу Вишну, которая пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши, принадлежат все планеты и плоды всех жертвоприношений. Он лично присутствовал на жертвенных обрядах, устроенных Махараджи Притху. Комментарий. В этом стихе особого внимания заслуживает слово Сакшат. Притху Махараджа был шактиавеша аватарой Господа Вишну. Это значит, что он относился к числу обыкновенных живых существ, но получил от Господа Вишну особые полномочия. Господь Вишну, который является непосредственной верховной личностью Бога, относится к категории Вишну Татвы, а Махараджа Притхо принадлежал к Джива Татве. Вишну Татва это сам Господь, а Джива Татва это его неотъемлемые частицы. Когда Господь наделяет одной из таких частиц особыми полномочиями, ее именуют Шахтевеша Аватары. Господь Вишну назван в этом стихе Харих Ишварах. Господь столь милостив, что избавляет своих преданных от всех страданий. Поэтому его называют Хари. Его называют Ишварой, так как, будучи верховным повелителем, Он может делать все, что пожелает. Верховный Ишвара Пурушоттама – это Господь Кришна. Господь демонстрирует могущество Ишвары, Верховного Владыки, когда заверяет своего преданного. «Оставь все религии и просто предайся мне. Я огражу тебя от всех последствий твоих грехов. Не страшись ничего». Пхагавадгита 18.66 Того, кто вручил себя ему, Господь немедленно освобождает от последствий всех грехов, которые он совершил. Всевышний назван в этом стихе Сарватмой. Это значит, что он находится в сердце каждого как сфер душа и потому является верховным учителем всех живых существ. Жизнь тех, кому посчастливилось усвоить уроки, преподанные Кришной в Бхагавадгите, увенчается успехом. Никто не способен дать человечеству лучшие наставления, чем Господь Кришна. Песнь 4, глава 19, текст 4. Господь Вишну появился на арене жертвоприношения в сопровождении Господа Брахмы, Господа Шивы и повелителей всех планет Вселенной вместе с их свитами. Когда Господь предстал перед собравшимися жителями Гандхарвалоки, великие мудрецы и обитатели Абсаралоки восславили его. Песня 4, глава 19, текст 5. За Господом следовали обитатели Сидхалоки и Видятхаралоки, все потомки дети, а также демоны и якши. Его сопровождали также самые доверенные слуги и приближенные во главе с Нандой и Сунандой. Песня 4, глава 19, текст 6. Великие преданные, постоянно занятые служением Верховной Личности Бога, и в их числе великие мудрецы, такие как Капила, Нарада и Дататрея, а также все великие мистики во главе с Санакой и Кумаром последовали за Господом Вишну, чтобы принять участие в этом грандиозном жертвоприношении. Песня 4, глава 19, текст 7. Дорогой ведура! Сама земля явилась на это великое желтопольношение, приняв облик дойной коровы Каматхену. Так, благодаря Яге были удовлетворены насущные потребности людей. Комментарий. В этом стихе особенно важным является слово Ндхарма-дукха, так как оно является синонимом слова Каматхену. Каматхену это коровы Сурабхи. Сурабхи живут в духовном мире, и, как сказано в Брахмасамхите, Господь Кришна сам пасет их. Сурабхир Абхипалаянтам Корову Сурабхи можно доить когда угодно и каждый раз получать нужное количество молока. Из молока получают очень много ценных продуктов и прежде всего топленое масло, необходимое для проведения великих жертвоприношений. Если люди перестанут совершать предписанные ведами жертвоприношения, они не смогут удовлетворить свои насущные потребности. Пхагавадгита подтверждает, что люди были созданы Господом Брахмой вместе с Ягьей, жертвенным актом. Ягья — это сам Господь Вишну, верховная личность Бога, и совершать Яги значит действовать ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Но в век Кале. Очень трудно найти квалифицированных брахманов, способных проводить жертвоприношения так, как того требуют веды. Поэтому людям Века Кали Шримад Бхагаватам рекомендуют совершать Сангиртана Ягью. Ягья их Санкертана проя их. Принимая участие в этой Ягье, они доставят удовольствие Ягья поруше Господу Чайтанье и обретут все плоды великих жертвоприношений, которые совершались в предыдущей эпохе. Совершая такие жертвоприношения, царь Притху и другие получали от земли все необходимое для жизни. В наши дни Международное общество сознания Кришны положило начало движения Санкиртана. Вступив в наше общество, каждый сможет принять участие в этом великом жертвоприношении. Если все люди будут так или иначе участвовать в нем, они навсегда забудут о нужде. Совершая Санкиртана Ягью, люди смогут избавиться от трудностей во всех сферах жизни, включая и сферу промышленного производства. Поэтому наше движение должно охватить все сферы жизни общества – социальную, политическую, производственную, коммерческую и так далее. Тогда в обществе воцарится мир и счастье. Песня 4, глава 19, текст 8. Реки принесли с собой всевозможные вкусы – сладкий, острый, кислый и так далее. А могучие деревья – фрукты и мед. Коровы, вдоволь наевшись зеленой травы, обеспечили людей огромным количеством молока, простокваши, топленого масла и других молочных продуктов. Комментарий. Когда реки чисты и ничто не препятствует их свободному течению, когда они могут время от времени выходить из берегов, почва становится очень плодородной, и с нее можно собрать большой урожай овощей, фруктов и злаков. Слово ⁇ раса ⁇ означает вкус. На самом деле источником всех рас является земля, и когда семена падают в землю, из них вырастают всевозможные деревья и растения, способные удовлетворить любые вкусы. К примеру, сахарный тростник удовлетворяет нашу потребность в сладком, а сок апельсина в кисло-сладком вкусе. Потребность в кислом и сладком вкусе удовлетворяют также ананас и другие фрукты. С другой стороны, красный перец удовлетворяет нашу потребность в остром. Таким образом, разные семена извлекают из почвы самые разнообразные вкусы. В Бхагавадгите 7.10 Кришна говорит – сарва Сарвабхутанам. Я изначальное семя всего сущего. Благодаря ему в материальном мире есть все, что необходимо для жизни. Пурнам и дам, как сказано выше Панишат. Верховный Господь позаботился о том, чтобы у живых существ было все необходимое. Поэтому люди должны научиться удовлетворять Ягья Пурушу, Господа Вишну. Действительно, основная обязанность каждого живого существа – стараться удовлетворить Господа, так как все живые существа являются его неотъемлемыми частицами. Таким образом, по замыслу Верховного Господа, каждое живое существо должно исполнять обязанности, соответствующие его природе, а иначе оно обречено на страдания. Таков закон природы. Слова Таравабхури Варшманах означают Могучие деревья с густой кроной. Эти деревья созданы для того, чтобы давать мед и разнообразные фрукты. Иными словами, лес должен снабжать людей медом, плодами и цветами. К сожалению, из-за того, что в Калиюгу люди не совершают жертвоприношения, в лесу растет много могучих деревьев, но они не дают достаточно фруктов и меда. Таким образом, все зависит от яги. И самая лучшая ягья в век Кали – это распространять по всему миру движение Санкертана. Песня 4, глава 19, текст 9. Обитатели всех планет Вселенной вместе с правящими на них полубогами преподнесли царю Притху бесчисленные дары. Океаны и моря изобиловали драгоценными камнями и жемчугом, а горы – минералами, необходимыми для удобрения почвы. На земле не было недостатка ни в одном из четырех видов пищи. Комментарий. Согласно Ишапанишад, материальный мир устроен так, что может производить все, в чем нуждаются не только люди, но и звери, присмыкающиеся, рыбы и деревья. В океанах и морях образуются жемчуг, кораллы и драгоценные камни, чтобы люди, послушные законам Бога, могли использовать их. Горы изобилуют минералами, а стекающие из гор реки разносят их по полям и удобряют почву, которая снабжает людей пищей четырех видов. На санскрите четыре вида пищи называются чарвья – то, что жуют, лехья – то, что лижут, чушья – то, что сосут, и пея – то, что пьют. Выразив свое почтение царю Притху, обитатели всех планет во главе с правящими на них полубогами преподнесли ему разнообразные дары. Они признали, что Махараджа Притху достоин править миром, ибо благодаря его мудрому правлению все живые существа во Вселенной стали счастливы и довольны жизнью. Из этого стиха следует, что предназначение океанов и морей – производить драгоценные камни. Однако в Кальюгу их используют главным образом для ловли рыбы. Прежде ловить рыбу разрешалось только шудрам и беднякам. Представители же высших классов, кшатрии и ващи, добывали в океане жемчуг, драгоценные камни и кораллы. Бедняки вылавливали тонны рыбы, но ее цена не могла сравниться с ценностью даже одной единственной жемчужины или кусочка коралла. В наше время люди построили множество заводов, производящих удобрения. Но когда Верховный Господь доволен устраиваемыми в его честь ягьями, в горах сами собой образуются химические вещества, удобряющие поля и позволяющие выращивать на них всевозможные сельскохозяйственные культуры. В конечном счете, все зависит от того, совершают ли люди жертвоприношения в соответствии с указаниями вет. Песнь 4, глава 19, текст 10. Царь Притху всегда считал себя слугой от верховной личности Бога. Совершив множество жертвоприношений, он милостью Верховного Господа обрел сверхчеловеческое могущество. Однако владыки небес, Индри, богатство и достижения царя не давали покоя, поэтому он решил во что бы то ни стало помешать ему. Комментарий. В этом стихе особое значение имеют три слова. Адхокшаджа, Пхагаван Индрах и Притхох. Махараджа Притхо был воплощением Вишну и вместе с тем великим преданным Верховного Господа. Несмотря на исключительное могущество, дарованное ему Всевышним, он оставался обыкновенным живым существом, долг которого служить Верховной Личности Бога. Иначе говоря, даже тот, кто является воплощением Господа Вишну и наделен особым могуществом, не должен забывать о своих вечных взаимоотношениях со Всевышним. В Кали-Югу появилось много самозванцев, провозглашающих себя Верховной Личностью Бога. Слова Пхагаван Индрах указывают на то, что живое существо может стать таким же могущественным, как царь Индра ибо даже царь Индра является обыкновенным живым существом этого мира, обладающим четырьмя недостатками, которые присущи каждой обусловленной душе. Царь Индра назван здесь Пхагаваном, хотя обычно этот эпитет используют применительно к верховной личности Бога. В данном случае царя Индру величает Пхагаваном, отдавая дань его могуществу. Но даже будучи Пхагаваном, Индра завидовал воплощению Господа Махараджи Притху. Оскверняющее влияние материалистического образа жизни так сильно, что порой даже царь Индра начинает завидовать воплощению Бога. Поэтому каждый из нас должен постараться понять, как происходит падение обусловленной души. Своим богатством царь Притху не был обязан материальным обстоятельствам. Как сказано в этом стихе, он был великим преданным Адхокшинджа. Слово Адхокшинджа указывает на личность Бога, которую невозможно постичь умом или описать словами. Однако перед преданным Верховный Господь предстает в своей изначальной форме, исполненной вечного блаженства и знания. Преданным позволено воочию лицезреть Господа, хотя материальные чувства не дают человеку возможности постичь Господа и непосредственно ощутить Его присутствие. Песнь 4, глава 19, текст 11. Когда Притху Махараджа готовился совершить последнюю Ашвамедха-ягью, мучимый завистью царь Индра сделался невидимым, и похитил жертвенного коня. Комментарий. Царя Индру иногда называют Шатакрату, поскольку он совершил 100 жертвоприношений коня Яги. Следует помнить, что животное, которое приносили в жертву во время яги, не погибало. Если ведические мантры произносились правильно, жертвенное животное возвращалось к жизни, получив новое тело. Это свидетельствовало о том, что Ягья прошла успешно. Когда царь Притху задумал совершить 100 жертвоприношений коня, Индра, который не мог допустить, чтобы кто-то превзошел его, решил во что бы то ни стало помешать Махараджи Притху. Так как Индра был обыкновенным живым существом, он позавидовал царю Притху, и, сделавшись невидимым, похитил жертвенного коня, чтобы помешать совершению Яки. Песень 4, глава 19, текст 12. Чтобы увести коня, царь Индра облачился в одежде, которые обычно носят те, кто получил освобождение. В действительности, весь этот маскарад был обманом, поскольку создавал лишь видимость религиозности когда Индра в этом наряде появился в небе, великий мудрец Атри, увидев его, сразу понял, что произошло. Комментарий. Употребленное в этом стихе слово «пакханда» иногда произносят как «пашанда». Эти слова являются синонимами. Они относятся к притворщику, который выдает себя за очень набожного человека, но на самом деле является великим грешником. Индра облачился в шафрановые одежды для того, чтобы ввести в заблуждение простодушных людей. Многие мошенники ведятся в такие одежды, выдавая себя за освобожденных личностей или воплощение Бога, и избивая с толку неискушенных людей. Как уже неоднократно говорилось, обусловленная душа склонна обманывать других, и царь Индра не является исключением. Это значит, что оскверняющее влияние материальной энергии распространяется даже на него. Вот почему в этом стихе употреблены слова «амок там ива», которые значат «якобы освобожденный». Шафрановая одежда саньяси является символом полного отречения от материальной деятельности, поэтому ее должны носить только те, кто посвятил свою жизнь преданному служению Господу. Такие преданные являются истинными саньяси, освобожденными личностями. В Бхагавадгите 6.1 сказано А на Шритах карма бхалам, Карьям Карма Коротиях, Сасаньясича йоги-ча на Нирагнирна Чакриях Истинным саньяси и мистиком является только тот, кто не привязан к плодам своего труда и действует из чувства долга а не тот, кто не зажигает огня и пребывает в бездействии. Иначе говоря, человек, который жертвует плоды своего труда, верховной личности Бога, является истинным саньяси и йогом. Мнимые саньяси и йоги существуют с тех времен, когда царь Притху совершал свои жертвоприношения. Первым, кто пошел на такой обман, был царь Индра, что было с его стороны большой глупостью. В одни эпохи таких обманщиков очень много, а в другие – единицы. Саньяси обязан быть крайне осмотрительным. Господь Чайтане предупреждал. Саньясира Алпачхидра сорвало киагая. Даже малейший недостаток Саньяси не укроется от людей и будет предметом их пересудов. Читание Чаритамрита, Матхи 12.51. Поэтому саньясу могут принимать только те, кто очень искренне и серьезен в своих намерениях. Саньяса ни в коем случае не должна служить средством обмана людей. В Кали-югу лучше вообще не принимать саньясу, так как в этот век очень трудно устоять против искушений на каждом шагу подстерегающих человека. Только самые возвышенные личности, осознавшие свою духовную природу, могут рискнуть принять саньясу. Но в любом случае на саньясу не следует смотреть как на источник дохода или средство достижения каких-нибудь материальных целей. Песнь 4, глава 19, текст 13. Узнав от мудреца Атри о проделке Индры, сын царя Притху страшно разгневался на него и с криком «Стой! Стой!» Бросился вслед за Индрой, чтобы убить его. Комментарий Слова Тиштха Тиштха произносил Кшатри, бросая вызов своему врагу. Во время сражения Кшатри не должен покидать поле брани. Если все же струсив он обращается в бегство, противник бросает ему в спину слова «Тиштха, тиштха». Истинный кшатрий никогда не станет убивать убегающего противника, равно как и убегать с поля боя. Кодекс чести кшатрия требует, чтобы кшатрий либо победил, либо погиб в бою. Несмотря на свое высокое положение, царь небес Индра, безусловно, осквернился, украв предназначенного для заклания коня. Поэтому, нарушив принципы кшатриев, он обратился в бегство, и сын Притху был вынужден бросить ему в спину слова Тиштха, Тиштха. Песнь четвертая, глава девятнадцатая, текст четырнадцатый. Царь Индра, переодетый в саньяси, завязал волосы в узел и осыпал свое тело пеплом. Увидев его в таком виде, сын царя Притху решил, что перед ним религиозный человек, святой саньяси, и потому не выпустил стрелу. Песнь четвертая, глава девятнадцатая, Текст 15. Увидев, что сын царя Притху, обманутый Индрой, вернулся ни с чем, а Тримуни вновь приказал ему убить царя небес, ибо считал, что, прервав начатое Махараджи Притху жертвоприношение, Индра стал последним из полубогов. Песень 4, глава 19, текст 16. Вняв слова мудреца, внук царя Вены тотчас спустился в погоню за Индрой, который стремительно мчался по небу. В своей ярости сын Махараджи Притху был похож на царя стервятников, преследовавшего Равану. Песня 4, глава 19, текст 17. Увидев, что за ним гонится сын царя Притху, Индра немедленно сбросил свой маскарадный наряд и, оставив коня, бесследно исчез. А великий герой, сын Махараджи Притху, вернул коня отцу, чтобы тот мог завершить начатое жертвоприношение. Песнь 4, глава 19, текст 18. Дорогой Ведура! Став свидетелями беспримерной доблести сына Махараджи Притху, все великие мудрецы единогласно нарекли его Виджиташвой. Песнь 4, глава 19, текст 19. О Видура! В тот же миг Индра, который был царем небес и потому обладал огромным могуществом, погрузил в жертвенную арену во мрак. Под покровом темноты он снова похитил коня, прикованного золотой цепью к столбу неподалеку от деревянного приспособления для заклания животных. Песнь 4, глава 19, текст 20. Великий мудрец Атри вновь указал сыну Махараджи Притху на Индру, который мчался по небу и тот опять погнался за ним. Но увидев, что Индра одет как саньяси и держит в руке посох с черепом на конце, великий герой и на этот раз решил не убивать его. Песень 4, глава 19, текст 21. Получив от великого мудреца Атри новые наставления, сын царя Притху разгневался и вскинул свой лук. Увидев это, царь Индра опять сбросил фальшивые одежды Саньяси и, бросив коня, сделался невидимым. Песень 4, глава 19, текст 22 Великий герой Виджиташва, сын царя Притху, снова взял коня и вернулся к жертвенному алтарю, где его ожидал отец. С тех пор некоторые невежды, следуя примеру царя-индры, тоже рядятся в одежде Саньяси. Комментарий. С незапамятных времен Саньяси носят триданду. Позже Шанкарачарья стал давать своим последователям Экаданда Саньясу. Триданди-саньяси это саньяси Вайшнавы, а Экаданди Саньяси это Майвади. Известно также много других видов саньясы, которые идут вразрез с физической традицией. Один из видов фальшивой саньясы ввел царь Индра, пытавшийся спастись от гнева Виджиташвы, великого сына Махараджи Притху. В наши дни можно встретить самых разных саньяси. Одни из них ходят обнаженными, другие носят череп и трезубец. Последние обычно известны под именем Капалика. Все эти разновидности саньясы не авторитетны и возникли более или менее случайно. Но недалекие люди склонны принимать этих мнимых саньяси за истинных, несмотря на то, что они не способны руководить духовным развитием людей. В настоящее время некоторые миссионерские организации, пренебрегая ведическими принципами, дают саньясу даже людям, занимающимся греховной деятельностью. Шастры запрещают вступать в недозволенные половые отношения употреблять наркотики и другие одурманивающие средства, есть мясо и играть в азартные игры. Однако так называемые саньяси из этих миссий не брезгуют ничем. Они готовы есть все, что угодно – мясо, рыбу, яйца и так далее. Порой они даже пьют вино, оправдывая себя тем, что в северных странах, расположенных рядом с Арктикой, невозможно обойтись без алкоголя, рыбы и мяса. Эти саньяси выдают свои греховные поступки за служение бедным и обездоленным людям, но в то же время режут на куски бедных животных, которые оказываются в желудках этих саньяси. Из последующих стихов станет ясно, что такие саньяси просто-напросто пакханди. Веды утверждают, что любой, кто ставит Господа на райну на одну ступень с Господом Шивой или Господом Брахмой, немедленно становится пакханди. В Пуранах сказано «Я стою на рая нам деван, брахма рудради самат винайва бикшата, сапашанди и пхавет хрувам». В Кали-югу Пакханди встречаются на каждом шагу. Однако Господь Шри Читани Махапрабу старался уничтожить этих Пакханди, распространяя движение Санкиртана. Тот, кто примет участие в движении Санкертоны, присоединившись к Международному обществу сознания Кришны, сможет благополучно избежать влияния Пакханди. Песень 4, глава 19, текст 23. Все обличия, которые принимал Индра, стремясь похитить жертвенного коня, были символами безбожия. Комментарий. В соответствии с традициями ведического общества, саньяса является одним из важнейших элементов варнашрамадхармы. Саньясу следует принимать, придерживаясь принципов парампары, установленных ачарьями. Однако в наше время многие так называемые саньяси не имеют ни малейшего представления о сознании Бога. Первым таким саньяси стал Индра, движимой завистью к Махараджа Притху, и в век Кали у него появилось множество последователей. В этот век встретить истинного саньяси практически невозможно. Никто не имеет права вносить изменения в установленные видами нормы жизни. Тот же, кто делает это из злого умысла, является Пашанди, безбожником. В Вайшнава Тантри сказано, Ясту на нам девам, брахмарудради дайватай, викшата, сапашанди пхавет Несмотря на этот запрет, современные пашанди изобретают такие понятия, как Даридра Нарайна и Свами Нарайна, забывая, что даже великих полубогов, Брахму и Шиву, нельзя поставить на один уровень с Нарайной. Песнь 4, глава 19, тексты 24-25. Итак, чтобы украсть у Махараджа Притху жертвенного коня, царь Индра принимал облик различных саньяси. Некоторые саньяси ходят обнаженными, другие облачаются в красной одежды и именуют себя копаликами. Но все эти одежды и атрибуты – лишь символы их грехов. Такие псевдосаньеси пользуются большим почетом у грешников, поскольку они сами являются безбожниками и могут логично и убедительно оправдывать любые свои прегрешения. Нам же следует знать, что такие люди только притворяются поборниками религии, но на самом деле таковыми не являются. К сожалению, сбитые с толку люди считают их истинно религиозными людьми и, следуя за ними, губят себя. Комментарий. Как сказано в Шримад-Бхагаватам, люди в Веккале находятся в очень незавидном положении. Они живут недолго, лишены духовного знания и склонны принимать на веру ложные религиозные учения. Это приводит к тому, что люди пребывают в постоянном беспокойстве. Ведические писания, по сути дела, запрещают принимать саньясу в Веккале, чтобы спасти неразумных людей от искушения злоупотреблять положением саньяси. На самом деле есть только одна религия, суть которой заключена в служении Верховному Господу и покорности Его воли. Мы должны служить Господу в сознании Кришны. Все прочие формы саньяси и разновидности религии являются ложными. Однако в век -Кали люди принимают их за чистую монету, и потому их можно только пожалеть. Песнь 4, глава 19, Текст 26. Махараджа Притху, славившийся своим могуществом, тотчас вскинул свой лук и приготовился собственноручно убить Индру за то, что тот положил начало этим ложным видам саньяс. Комментарий. Долг царя – пресекать безбожие в любых его проявлениях. Царь Притху, будучи воплощением Верховной Личности Бога, тем более был обязан искоренять безбожие. Следуя его примеру, главы государств должны быть истинными представителями Бога и пресекать все то, что противоречит принципам религии. К сожалению, нынешние правители из трусости провозглашают свои государства светскими. Такая политика приводит к размыванию граней между религией и безбожием, в результате чего люди теряют всякий интерес к духовному самосовершенствованию. Это приводит к деградации людей, и человеческое общество постепенно превращается в ад. Песнь 4, глава 19, текст 27. Увидев, что царь Притху охвачен великим гневом и собирается убить Индру, жрецы и остальные участники жертвоприношения взмолились. «О великая душа, пощади его, ибо во время яги разрешается убивать только жертвенных животных». Таково предписание шастр. Комментарий. Убийство животных во время яги, по сути дела, не было убийством. Жертвоприношения преследовали иную цель. Животных приносили в жертву, чтобы удостовериться в том, что ведические мантры были произнесены правильно, и в случае успеха животные, брошенные в огонь, выходили оттуда в обновленном теле. Во время жертвоприношения, предназначенного для удовлетворения Господа Вишну, никто не должен быть убит. Как же в таком случае можно было покушаться на жизнь Индры, если ему, как частице Верховной Личности Бога, предназначалась часть даров этой яги? Поэтому жрецы попросили царя Притху не убивать его. Песень 4, глава 19, текст 28. Дорогой царь, попытка Индры помешать устроенному тобой жертвоприношению лишила его былого могущества. Силой ведических мантр, к помощи которых нам еще не приходилось прибегать, мы призовем его сюда, и ему придется прийти на наш зов. Когда твой враг появится здесь, мы с помощью мантр повергнем его в жертвенный огонь. Комментарий. Правильно произнося ведические мантры во время жертвенного обряда, можно совершить много чудес. Но в Калиюгу в мире не осталось квалифицированных брахманов, способных правильно произносить ведические мантры. Поэтому людям не следует даже пытаться устраивать пышные ведические обряды. В этот век Шастры рекомендуют совершать только одно жертвоприношение Санкиртана Ягью. Песнь 4, глава 19, текст 29. Дорогой ведура! Сказав это царю, жрецы, проводившие жертвенный обряд, в великом гневе призвали владыку небес Индру. Но когда они уже готовы были возлить топленое масло в огонь, перед ними внезапно появился господь Брахма и приказал остановить жертвоприношение. Песнь 4, глава 19, текст 30. Обратившись к жрецам, господь Брахма сказал – о жрецы, вы не должны уничтожать Индру Царя Небес. Это не входит в ваши обязанности. Не забывайте, что Индра находится почти на одном уровне с Верховным Господом, ибо Он один из самых могущественных помощников Господа. Этой Ягией вы надеетесь умилостивить всех полубогов, но вам следует знать, что все они неотъемлемые частицы Индры, Царя Небес. Подумайте сами, есть ли у вас право сжигать его в огне этого великого жертвоприношения? Песнь 4, глава 19, текст 31. Чтобы помешать Махараджа Притху совершить задуманное им великое жертвоприношение, царь Индра прибег к средствам, которые со временем осквернят чистый путь о религиозной жизни. Пожалуйста, примите этого внимание. Если вы и дальше будете бороться с ним, он, продолжая злоупотреблять своим могуществом, изобретет много других форм безбожия. Песень 4, глава 19, текст 32. Вполне достаточно того, что Махараджа Притху совершил 99 жертвоприношений, заключил Господь Брахма. Затем, обратившись к царю, он сказал – Тебе известен путь, ведущий к освобождению. Чего же ради ты совершаешь эти жертвоприношения? Комментарий. Господь Брахма появился вместе с жертвоприношения, чтобы успокоить царя Притху, которому никак не удавалось совершить сто жертвоприношений коня. Царь Притху был полон решимости осуществить свой замысел, чем задел самолюбие Индры, которое до тех пор был единственным, кто совершил сто таких жертвоприношений. Зависть к сопернику присуща всем живым существам в материальном мире, так что даже царь небес Индра завидовал Махараджи Бритху и хотел во что бы то ни стало помешать ему совершить сотое жертвоприношение. В ходе этого единоборства царь Индра, чтобы удовлетворить свои чувства и одолеть противника, стал создавать различные формы безбожия. Чтобы положить этому конец, Господь Брахма сам прибыл к месту событий. По сути дела, Махараджа Притху, который был великим преданным Верховной Личности Бога, не было необходимости совершать ведические обряды и ритуалы. Подобные церемонии относятся к кармической деятельности, и преданному, который находится на трансцендентном уровне, не обязательно проводить их. Тем не менее, Махараджа Притху, как идеальный царь, считал совершение жертвоприношений своим долгом. Поэтому был необходим компромисс. С благословения Господа Брахмы слава Махараджи Притху должна была затмить славу царя Индры. Так, по милости Господа Брахмы, царь Притху косвенным образом достиг цели, которую ставил перед собой, намереваясь совершить сто жертвоприношений коня. Песень 4, глава 19, текст 33. Господь Мрахма продолжал. «Я желаю блага вам обоим, так как оба вы являетесь неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Поэтому ты не должен гневаться на царя Индру, который в сущности не отличен от тебя». Песень 4, глава 19, текст 34. Дорогой царь, не печалься и не сердись из-за того, что по воле проведения тебе не удалось совершить затеянное тобой жертвоприношение. Прошу тебя, отнесись к моим словам со всей серьезностью. Помни, что когда по воле проведения с нами случается какое-то несчастье, мы не должны слишком огорчаться. Человек, восстающий против судьбы, только глубже и глубже погружается во тьму материалистического образа мыслей. Комментарий. Даже святым или очень религиозным людям порой приходится испытывать превратности судьбы. На такие несчастья нужно смотреть как на испытания, неспосланные свыше. Даже если у нас есть все основания для скорби, мы не должны пытаться одолеть судьбу, так как все наши попытки приведут только к тому, что мы будем все глубже и глубже погружаться в пучину мирской суеты. О том же говорит и Господь Кришна. Какой смысл зря беспокоиться? Нужно просто терпеливо сносить все удары судьбы. Песня 4, глава 19, текст 35. Господь Брахма продолжал. Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний? Комментарий. В обыденной жизни все пронизано духом соперничества, и даже предписания вед, изложенные в разделе «Карма-канда», нередко порождают среди карми вражду и зависть. Это происходит потому, что каждая карми стремится испытать как можно больше материальных удовольствий. Такова болезнь материального существования. Поэтому карми постоянно соперничают друг с другом, и когда ведут дела, и даже когда совершают яги. Господь Брахма хотел положить конец раздору между Господом Индрой и Махараджей Притху. Поскольку царь Притху был великим преданным и воплощением Бога, Господь Брахма просил его остановить жертвоприношение, чтобы у Индры не было повода создавать новые формы безбожия, которые всегда пользуются популярностью у людей, не желающих соблюдать закон. Песень 4, глава 19, текст 36. Только взгляни, что натворил царь Индра похитив предназначенного для заклания коня и расстроив твое жертвоприношение. Подумай, для скольких людей совершенные индры и грехи будут служить дурным примером. Комментарий. В Бхагавадгите 3.21 говорится. Яд яд ачаратиш рештхас, тат тат саят праманам курутэ, локастат -анувартате". Чтобы не делал великий человек, обыкновенные люди будут идти по его стопам. Какой бы пример он не подавал своим поведением, весь мир будет подражать ему. Ради удовлетворения собственных чувств царь Индра хотел помешать Махараджи Притху совершить задуманные им жертвоприношения. Для этого он украл предназначенного для заклания коня – и, переодевшись в Саньяси, слился с толпой других таких же безбожников и вероотступников. Подобные поступки очень опасны, ибо дурные примеры заразительны. Поэтому Господь Брахма решил, что лучше остановить Ягью, чем позволять Индри и дальше творить беззаконие. То же самое сделал Господь Будда, когда люди стали слишком часто и без достаточных оснований проводить рекомендованные в ведах жертвоприношения животных. Господу Будде пришлось провозгласить в качестве основного принципа религии отказ от насилия, что шло вразрез с указаниями вед, касающимися жертвоприношений. На самом деле, в былые времена, совершая жертвоприношения, жрецы давали убитому животному новую жизнь. Однако впоследствии люди, не способные на это, стали использовать ведические ритуалы в корыстных целях и без нужды убивать несчастных животных. Поэтому Господь Будда был вынужден на какое-то время отвергнуть авторитет Вет. Люди не должны совершать жертвоприношения, которые причиняют боль и страдания другим живым существам. Лучше вообще отказаться от них. Как мы уже неоднократно говорили, из-за того, что в кали практически не осталось квалифицированных жрецов-брахманов, люди лишены возможности совершать предписываемые ведами обряды. По этой причине людям нынешнего века шастры рекомендуют проводить санкиртаны-яки. Совершая это жертвоприношение, мы поклоняемся Верховной Личности Бога в образе Господа Чайтания и доставляем Ему удовольствие. Все жертвоприношения совершаются только для того, чтобы умилостивить Вишну, Верховную Личность Бога. Господь Вишну или Кришна явил себя как Господь читания, поэтому разумные люди должны стараться доставить Ему удовольствие, совершая Санкиртана Яги. Это самый легкий способ удовлетворить Господа Вишну в век Кали. Вместо того, чтобы изобретать собственные формы поклонения и создавать дополнительные проблемы, которых и так много в порочный век Кали, люди должны строго придерживаться предписаний шастр, определяющих, какие жертвоприношения можно совершать в этот век. В Кали-югу люди по всему миру построили множество скотобоин, где они убивают животных, чтобы питаться их плотью. Старые религиозные ритуалы, будь они возрождены в прежнем виде, только дали бы людям повод убивать все больше и больше животных. В Калькоте есть много мясных лавок, в которых стоят мурти богини Кали, и люди, употребляющие в пищу мясо, считают, что не делают ничего дурного, покупая мясо в этих лавках, в надежде на то, что это мясо уже отведало богиня Кали. Им неведомо, что, будучи верной женой господа Шивы, богиня Кали не притрагивается к мясу. Такой великий вайшнав, как господь Шива, питается только вегетарианской пищей, а богиня Кали вкушает остатки с его стола. Поэтому невозможно представить себе, чтобы она ела мясо или рыбу. Подобные подношения принимают слуги богини Кали, бхуты, пешачи и ракшасы. Те же, кто вкушает просад богини Кали в виде мяса или рыбы, на самом деле питаются объедками бхутов и пешачей, а не богини Кали. Песнь 4, глава 19, текст 37. О царь Притху, сын Вены, ты частичная экспансия Господа Вишна. Злодеяния царя Вены привели к тому, что заповеди религии были почти забыты в обществе, и тогда ты пришел в этот мир, как воплощение Господа Вишну. Ты появился на свет из тела царя Вены, чтобы восстановить религиозные принципы. Комментарий О том, каким образом Господь Вишну уничтожает демонов и защищает преданных, сказано в Бхагавадгите 4.8. ПАРИ <соспорщик> САДХУНАМ ВИН шаяча ДУШКРИТАМ Дхарма Самстхапанардхая, Сампхавами Йоги Йоги. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам не схожу в материальный мир из века в век. В двух своих руках Господь Вишну всегда держит палецу и чакру, которыми убивает демонов а в двух других руках раковину и цветок лотоса, с помощью которых он защищает преданных. Когда Господь воплощается на этой или другой планете, материальной вселенной, Он карает демонов и защищает преданных. Порой Господь Вишна приходит в материальный мир сам, воплощаясь как Господь Кришна или Господь Рама. Все эти его пришествия описаны в Шастрах. Иногда он не сходит в форме шактя Веша Аватары, например, в образе Господа Будды. Как уже говорилось, шакти Веша Аватары ⁇ это живые существа, которых Господь Вишну наделил особым могуществом. Обыкновенные живые существа являются неотъемлемыми частицами Всевышнего, но они не обладают могуществом Господа, в отличие от тех, кто приходит в материальный мир как воплощение Вишну и наделен особыми полномочиями. Когда царя Притху называют воплощением Господа Вишну, имеется в виду, что он является Шактиавеша Аватарой, частицей Господа Вишну, наделенной особыми полномочиями. Любое живое существо, выступающее в роли воплощения Господа Вишну, наделено особым могуществом, необходимым для проповеди культа Бхакти. Такой человек действует как сам Господь Вишну. Он одерживает победу над демонами силой своих аргументов и проповедует философию Бхакти в точном соответствии с принципами Шастр. Из приведенного выше стиха Бхагавадгиты следует, что человек с исключительным успехом распространяющий культ Бхакти получил особые полномочия от Господа Вишну или Господа Кришны. Это подтверждается в читании Чаритамрити, Антия 7.11. Кришна Шакти Тара Правартана. Поведать людям о славе святого имени Господа способен только тот, кого Господь наделил особым могуществом. Поэтому человек, который критикует такого проповедника или ищет в нем недостатки, наносит оскорбление самому Господу Вишну и подлежит наказанию. Ни вайшнавская одежда, ни тилок или мало не смогут уберечь от гнева Господа того, кто осмелился оскорбить его чистого преданного. В шастрах можно найти очень много примеров, подтверждающих это. Песнь 4, глава 19, текст 38. О защитник рода человеческого, вспомни, с какой целью Господь Вишну послал тебя в этот мир. Созданные Индрой принципы атеизма способны породить множество псевдорелигиозных течений. Поэтому прошу тебя немедленно покончи с этими пародиями на религию. Комментарий. Господь Брахма называет царя Притху Праджапате, чтобы напомнить ему о том, что он обязан поддерживать мир на планете и заботиться о благосостоянии своих подданных. Именно с этой миссией Верховный Господь послал сюда Махараджу Притху, наделив его особыми полномочиями. Долг праведного царя – следить за тем, чтобы его подданные следовали всем религиозным принципам. Поэтому Господь Брахма попросил царя Притху искоренить безбожие, созданное царем Индрой. Иными словами, Царь или правительство обязаны положить конец всем псевдорелигиозным учениям, которые были придуманы беспринципными людьми. Изначально существует лишь одна религия, данная верховной личности Бога, которая передается по цепи ученической преемственности в двух формах. Господь Брахма попросил Махараджа Притху отказаться от бессмысленного соперничества с Индры, который решил, во что бы то ни стало, помешать царю совершить сто жертвоприношений коня. Царь должен был остановить Ягью, чтобы избежать неблагоприятных последствий и исполнить миссию, ради которой он пришел в этот мир. Эта миссия заключалась в том, чтобы укрепить государство и восстановить религиозные принципы. Песень 4, глава 19, текст 39 Великий мудрец Майтрея продолжал Получив от Верховного Учителя Вселенной Господа Брахмы эти наставления, царь Притху отказался от своего намерения во что бы то ни стало совершить сто жертвоприношений и, проникшись с симпатией к Эндре, заключил с ним мир. Песень 4, глава 19, текст 40. Как это принято делать по окончании Яги, Махараджа Притхо совершил омовение и выслушал благословения и добрые пожелания полубогов, довольных его подвигами. Комментарий. Ягья — это сам Господь Вишну так как все жертвоприношения предназначены для того, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога, Господа Вишну. Поэтому, когда люди совершают яги, они доставляют этим удовольствие всем полубогам, и полубоги даруют им свои благословения. Поливая корень дерева, мы поем водой его ствол, ветви, сучки, цветы и листья, а наполняя пищей желудок, питаем все остальные органы своего тела. Точно так же, тот, кто совершает яги, доставляет удовольствие Господу Вишну. И потому полубоги, довольные таким преданным, осыпают его всевозможными благословениями. Вот почему чистый преданный никогда не обращается с просьбами к полубогам. Он полностью поглощен служением Верховной Личности Бога, поэтому все блага, которыми могут одарить людей полубоги, приходят к нему сами собой. Песень 4, глава 19, текст 41. С великим почтением первый царь планеты Махараджа Притху преподнес брахманам, которые присутствовали на жертвоприношении, щедрые дары. Довольные царем, они в ответ от всей души благословили его. Песень 4, глава 19, текст 42 великие мудрецы и брахманы сказали, «О всемогущий царь! В ответ на твое приглашение здесь собрались самые разные живые существа. На устроенное тобой жертвоприношение явились обитатели Петрилоки и жители райских планет, великие мудрецы и обыкновенные люди». Твое поведение и щедрые дары доставили всем огромное удовольствие. Так заканчивается комментарий Пхактивиданты к 19 главе 4 песни Шаримат Бхагаватам, которая называется Царь Притху проводит сто жертвоприношений коня.